Зачем у меня мозг? Для чего? Чтобы решить. Умничка. Маша hat eine Nase, zu atmen. Hat eine Nase, zu atmen. Чтобы дышать. Супер. И чтобы нюхать. Riechen, да? Маша hat eine Nase, zu riechen. Еще раз. Маша hat Хорошо, Пина. Was riechst du gerne? Was riechst du gerne? Полина, что ты нюхаешь? С удовольствием. Скажи. Нет, их рихи, герны, блюмы. Еще раз. Рихи, герны, блюмы. Еще раз, пожалуйста. Их рихи, герны, блюмы. Gut. Und welches Essen riechst du gerne? Полина, mach die Tür zu. Полина, mach die Tür zu. Хорошо. Полина. Welches Essen riechst du gerne? Welches Essen? Что Эрдбеерне. Что еще раз? Эрдбеерне. Клубничку. Супер. Клубничку, да? Да. Ich rieche gerne Erdbeeren. Я с удовольствием нюхаю клубничку. Еще раз. Ich rieche gerne Erdbeeren. Еще раз. Да, конечно. Еще раз. Ich rieche gerne Erdbeeren. Умница, молодец. Умничка. Полюш, видишь, какая ты у меня умница. Конечно. А да. Как ты думаешь, что я... Спрашивай меня, что я люблю нюхать. Ну, спроси, Маша, что ты любишь нюхать? Как спросить по-немецки, Полюш? Ой, понятно, ты другой. Мы любим много чего нюхать. Клубничку. Так называется. Так, Полюшка, спросим Машу, что она любит. Was riechst du gerne? Спроси меня. Was riechst du gerne? Так, ich rieche gerne Pizza.